23, this is Hitman 22, over. Всем доброго времени суток. И сегодня у меня запись игры с миссией «Рейд на Поти». Мы играли за вооруженные силы Российской Федерации против ВС Грузии. Задачей нашей стороны на данной миссии является уничтожение двух ракетных катеров, которые находятся в порту рядом с населенным пунктом Поти. Отряду УДК же на данной миссии поручили немного другую задачу. В первой части миссии мы должны были блокировать возможный выход отделения охранения станции РЛС, которые должны были уничтожить наши танки. А в дальнейшем мы должны были прикрывать тылы основных сил атаки. То есть мы должны были идти замыкающими и блокировать возможный заход отделения противника к нам в тыл, если такие маневры будут. При этом командир стороны в качестве основного направления атаки выбрал лесистую часть местности, что крайне осложняло выполнение нам поставленной задачи. Если что, я на ДВ. Поставил зеленый за митом обороны. Все, принял. Да. У Тейвера контакт. Ехал на 120, 130 пошли. Сигма пришел через дорогу, Сигма через дорогу шел. Рень, тогда на юг отстань. На юг, давай. Мы пока не сближаемся, ждем, пока РМС с танками отработает. Да, я жду. Я уже запросил, сказали, сидим, ждем. Насад, удаление впереди до ближайших сил. Ух, ебать, сейчас поставлю. Ты просто скажи дистанцию, мне не нужна метка. 2 километра. Принял. Значит, еще 2 километра. 3 километра еще бежать надо. Масад, я думаю, ренегат у нас надо уже догонять. Я уже почти сейчас, его принял. Подожди. Если что-то сзади убивает. Так, что, перебегаем поле? Бежим, 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 ускоряемся, не даем нас догнать. Вы идите, идите, мы догоним. Поиски в лесу проводим. Потерявшихся рандомщиков. А вдруг они замерзнут или их волки съедят? Так, никто там за край карты не вышел, смотрю, нет, не вышел. Нет, пойдем потихоньку за нашими. Ты прервался. Все еще не слышно, Масад. Ты слагаешь. Я ничего не говорю. А кто там гетку дрочит? А, скорее всего, это тыловые части. Это группа ренегата. Тангетку слышно, голос нет. Вижу, вижу кого-то на юге вижу кого-то. Азимут 190 от меня сейчас. Поставил. Ты актуальный, да? Поставил метку, поставил метку. Пехота, оборона, юг. Один человек пехоты смотрит на запад, по-моему. За дорогой? Каск серый, да, с дорогой. За этим, точнее нет, дорога поворачивает, получается, но он ближе к дороге. Марат, ривер, срочно на пересечение на юг уходите к дороге, срочно на перерез. Mm. Занимайте оборону. Метка. Мы можем подосить этих, слышишь? Рень, убив, это, сейчас будешь, это, тыловать тыловиков. Добро. Глупая метка, Тейлор, держи их. Если что, Тейлор, ты не один. Работ по нему не могу, пока что сейчас. Принято. А он в лесу за вагончиками, да, где-то? Правее вагончиков, получается, правее выше. Правее выше. Принял. У меня есть обзор на вагон. Терн, ты, да, говоришь? Да.
все контролируй, Тейлором контролируй. Сейчас там группа Риверсайда Марата займет оборону, и вы будете давить. А Тейлор был позади основной группы? А, вижу. Движется вдоль дороги. Противник? Да, враг. Встречаем. Скорее всего. Нахуй. Блять, прошел мимо. Кто стреляет? Алим, ты? Нет. Кто работает? Да я работаю. Блин, спалился. Он же еще не пришел у тебя прицел, или ты другого кого-то работал? Это уже впереди, который. Тейлор, Бёрд, спускайтесь. В общем, они не на той метке. Нет, на той. Я сейчас готов работать. Ну, в общем, какая-то часть их перебежала ближе ко мне. Так, Марат и Тейлор, начинайте их заливать. Бёрн, Ривер, приближайтесь к противникам, уничтожайте. Там же не один явный человек. Вот там наш двое, сейчас. Судя по всему, на моей метке двое. У меня один рядом со мной. С тобой, Ривер. Рень, тоже заходите на северо-запад. Ривер, да, смотри на противоположную сторону дороги, там враг. Тейлор. А РМ ушли на другое направление, да? Они вот далеко впереди. Юник, ПКМ свой. Что с ПКМ? Это свой. Так, мне какое-нибудь тоже подкрепление, дайте еще одного человека. Так, одного вроде убил, второй куда-то убежал в мою сторону, получается. В твою? Сейчас речь встретит. Я его видел. Я держу проход, чтобы он к тебе не дошел. Тейлор живой? Тейлор? Нас Тейлора скосили. Возможно, они уже здесь, на нашей стороне дороги. Тогда встречаем. Короче, противоположная сторона дороги, но, возможно, и на нашей. Да, так вот, я никогда не сложу. Хорош. Посмотри Тейлора. Тейлор рядом с тобой, ты где-то должен. Я тебя прихожу. Нихуя никого. По карте от тебя на северо-восток побегай, посмотри пулеметчик. Где убил противника? Можешь подключать. Так, Масад, смещаюсь чуть на позицию, на метку Ремуса. Там буду свести обзор. Здесь в глубине леса неудобно. Юник, дай ориентир, где-то убил чела. Я походу немного сожидал, что меня прошел. Где-то вот тут. Так, я немножко сменю позицию. Ты к нему сейчас идешь, да? Разъебал. Выебал? Да. Лучше. Мерс. Да, они тут бегают. Спиздил кого. Так, слушай. Я Тейлор чекал. От Тейлора на северо-западе запалили кого. Меня, походу. От Тейлора на северо-западе. Кто работает? Противник. По кому ты из наших? Юник, аккуратнее. Тебя где-то снизлены видят. Я тут среди них бегаю. Марат, залог, Ливер. Квашку дропнул, не ушел. Один вот этот, который срезал, ушел дальше на юго-восток. Марат жив? А что с Маратом? Поищем Марата. Повторяю, Тейлор есть. Принято. КВшку можешь забрать. Сейчас сделаю. Ривер, бульдозер, вы там живы? Живы. По мне гранатами откидывали. Кто ранен? Ранил вот из нашего. Кто работает? Против. Это был огонь противника? Да, Марат, по мне. Марат, бульдозер. Кто раненый? Кто кого я разобрал? Под ёлкой кто-то лежит, я по зубу. Марат либо будет. Может я там ранен. Марат ранен. Бульдозер, ты рядом с ним?
срочно на дорогу на юг перебегайте и идите на восток. Они вдоль дороги сидят. Уже. Юник, перебегай через юг. Снял одного. Перевязали. Еще не очнулся. Сердце проверьте. Блин. Самый простой способ, просто проходите сквозь он него. Он живой, говорит. Я слышу его. Если можете пройти что-то сквозь человека, нет. Он мертв. Нет. Если не можете, он живой. Одного ранил. Сейчас я его пойду проверю. Так кто в тылу работает? Ты юника разъебали, походу, только что в тылах. Асад, нас активно режут в спину. Да, я понимаю. Разверни немного людей, то есть, половину. И высокий риск захвата КВшки, пока что не вдаём. Я понимаю, сейчас. Алим, возьми на север, помоги мне на север, в тылу. Я сейчас на текущую свою актуальность смотрю, чтобы нас не фунганули по моему направлению. Я здесь одного как раз скосил. Римус фланг смотрит. Масада, я могу сместиться к тебе, но говорю, тогда мы оставим этот фланг. Окей. А Ремус там же сидит. А Ремус вообще. Ремус, ты где? Ты на актуальный? Ладно. Просто здесь очень дальние прострелы, Масада, я здесь потому и сместился. Я к тому, что возьми край карты севера. Так они там не пройдут, они будут в глубине леса работать. Дураки, не на край карты выходить. Ну ты бы сам попёрся на край карты. Пойти. Рейн жив? Следующий. Да, он живой, я его поднял. Сейчас я его буду лечить, но он без сознанки пока. Я воскрес, все. Следующий КВ. КВ-2. Риверсайда перевязал, но, видимо, он не поднимется сам. Али на КВ. Не, Масад, я тут, пожалуй, останусь, потому что я вижу Ремуса, он сидит в глубине леса с биноклем. Понял. Двоечник. Так, по биноклю, не фашистская каска. Так, Марат, кто еще живая перекличка? Жалок. Метки обновите, а то просто я мусорные метки удалил. Так, ну смотрите, общая команда, сейчас надо поменять рубеж, уйти на восток, за дорогу на восток, возьмем новый рубеж. Принято? Тузим им пространство. Принято. Если бой закончился, отходите на восток. Принято, смещаюсь. С огромной кровопотерей в 300 валяется. Бери его на спину и тащи. Есть. Масад живой? Масад. Ремус, вернись на свою старую позицию, но контролируй именно западное направление. Только смотри, чтобы наших не подстрелить. Кто еще живой остался там, в том лесу?
Принято. Все, походу, ты последний. Так, закрепляйся там. Ремус, держим фланг. Все, продолжаем выполнение последних задач. Ремус, они скоро на тебя выйдут. Сдавайте, русские, сдавайте. Алим, привет. Всем, кто живой на КВ-3. Алим на КВ. Алим на КВ. О, живой. Так, кто еще живой остался? Перекличка. Ремус. Рамирес. Алим, дорогу перебегаем? Нет, пока что ждем. Так, а залог? Видимо, не отошел. Рамирес дорогу перешел? Да. Ага, пока что держим запад. Так, если что, короче, информация. Они отступили назад. Они, скорее всего, будут по югу дальше проходить, потому что здесь они не пройдут. Скорее всего, будет дальний обход. Соответственно, залог, отходи на юго-восток. Отходи на юго-восток. Зеленый крест поставил. Рамирес, Ремус и я. Мы отходим сюда. Залог, соответственно, проходишь по моим зеленым точкам. Соединяешься с нами. Принял? Ты сильно ранен? Ну, нога в шину наложить пришлось, сломана. Принято. Не торопись ползком. Смотри тылы, помни. Ты движешься, то есть на самом деле тебе пятиться скорее надо. Они сейчас отступили на запад. Они поняли, что они тут зажаты немножечко. Так, один идет. Сайт, Рамирес пока что закрепились. Держим запад, один с нами сближается. Контакты у вас какие-то были? Последние да. 5 минут. Можете метку поставить примерно? Вот, слышишь, это залога убивает. Все, иду. Залог, ты все, да? Давайте КВ-4. Так, Алим на КВ. По кому? Ремус, по тебе? Есть кто живой? Рамирес на КВ. Блин, Ремус, походу, срезали. Бёрн, на связи? Да.
Противник тут. Принял. Ремус живой? Так, Ремус нет. Рамирес, мы с тобой смещаемся на зеленую. На мой зеленый крест. На крест? Я его ставил. На крест идем? Да, да, все, смещаемся. Смотри направо, не забывая спину, потому что здесь могут выдрунуть уже ниже дороги. А, точно, ты же вообще был южнее дороги. Короче, спину смотри. Это было по мне. Откуда? Запада, район дороги. Но я уже на метке. Возвращаться? Нет, держись там, я скоро к тебе приду. Бёрн, двигайся вдоль дороги, вдоль дороги. Они по-любому сейчас на тебя выйдут. Вернее, ты к ним в спину зайдешь. Потом на зеленый крест доворачивай, мы их сюда будем выманивать. Нате, нате, я сюда ухожу, по давайте. Мне, это по мне, по а, это по тебе? Все, понял. Я сдох. Блять, хуёво, слишком торопился. Сону в одного. Рамирес, подвинул зеленый крест, туда сместись. Я держи запад. Я пока отойду чуть дальше. Принял. Они будут сейчас ниже дороги проходить, потому что выше я и, ну, короче, да, их сюда заманиваю. Так, Рамирес, алгоритм простой. Замечаешь кого-то, ведешь огонь, ставишь дым и отходишь. Посмотри назад сейчас, чтобы у тебя точно был маршрут как-нибудь по низине уйти или по кустам, по елкам. Принял? При. Стреляешь, дымы, отход. Умирать на позициях не нужно. Так, давай-ка отходи дальше. Тоже. Все, отходи сейчас на восток. Метку поставил. Мы сейчас просто разделяемся, я иначе вообще никак не смогу тебе помочь. Все, отходи дальше. Так, я за твоей спиной прохожу дальше. Так, Рамирес, смещаемся дальше на мой зеленый крест. Двигаюсь впереди тебя. Принял. То,
то, что надо, где-нибудь здесь закрепись, смотри, запад, северо-запад, а я буду контролировать юго-запад, если они попытаются нас фангануть, мы их примем. Я буду контролировать вдаль, так что ты смотри вблизи. Лучше где-нибудь здесь, я не знаю, за камнем или в кусте разместись, за деревом, ну, такое. Да, я за камнем перед тобой. То есть или в ялку, то есть или в ёлку, или за камнем куда-нибудь. Здесь пока что подождем. Мне нужно стамин установить. Я активно маневрировал и был ранен. Подождем минут 5, может быть 10. Блять, с кем они стреляются? С сами собой, что ли? А, понятно. К сожалению, на миссии присутствовала техническая ошибка, из-за которой миссия зарубилась ровно на 1 час раньше, чем должна была быть. И по итогу отыгрыш данной миссии был засчитан как техническая ничья. Что касается нашего отряда, мы пусть и не самым лучшим образом, но выполнили поставленную задачу. Противник нас зажал в самом неудачном месте, то есть с востока мы были отрезаны вот этим вот полем, которое было тяжело пересечь под огнем. С севера нас ограничил край карты, ну а с юга наступал противник. Однако, несмотря на это, в данных невыгодных условиях мы сумели дать отпор, и по итогу оба отделения, и наше, и противника, по факту были уничтожены. С нашей стороны оставался только я и одиночный игрок Рамирос, с стороны противника выжил же только один боец, который уже не представлял такой серьезной угрозы, как представляло целое отделение, которое было до боя с нами. Видео получилось достаточно коротким и не самым насыщенным. Я планировал вообще данную запись игры объединить с какой-нибудь другой, но, к сожалению, на данной неделе я командовал стороной. То есть оставлял план, и у меня было очень мало времени на монтаж видео. Постараюсь на следующей неделе выпустить что-то более объемное и насыщенное. Всем спасибо за просмотр и пока.